Самый короткий аэродром Греции — 3 километра. К сожалению, история ее не пощадила от разных разрушений. В 6 веке ее разрушали сарацины, потом она была подвергалась бомбардировкам во время Второй мировой войны, и вот только некоторые мозаики, которые были сохранены, они сейчас хранятся в археологическом музее острова Керкеры. Вы также видели по правой стороне место, где находятся развалины, там, где находились старые римские бани. И вот сейчас мы с вами остановились около входа в это большое поместье Монрепо. Вот здесь по левой стороне вы видите вывеска, на которой написано, можно прочитать даже вверху, «Бригипас Филиппос». Вот эта вывеска гласит о том, что именно здесь, в этом дворце, в Монрепо, в 1921 году родился принц Филипп, герцог Эдинбурга или нынешний супруг королевы Великобритании. Принц Филипп, он был 5-м с ребенком и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георгия I и брата царствующего в то время короля Константина. После отречения короля Константина от престола, семья принца Андрея была выгнана отсюда из Греции, и они переехали в Париж, и вот именно там, в Париже, он познакомился со своей будущей женой, Елизаветой. И поуходили, и вот сейчас там осталось только 4 или 5 монахов. Ну, а монастырь открыт, в него можно зайти. И сейчас он является такой как бы самой большой достопримечательностью Палеокастрицы. Мы с вами въехали на территорию Палеокастрицы. Вообще сама территория, сама Палеокастрица, она тянется вдоль прибрежной линии, омывается Адриатическим морем, имеет площадь где-то 48 тысяч квадратных километров, имеет население где-то 4500 местных жителей. Вся Палеокастрица, она состоит из 6 бухт и 2 мысов. Вот эти вот 6 бухт заливов, они отделены друг от друга высокими красивыми скалами и утесами. И вот 2 мыса, на одном из которых находится мужской монастырь. Вот так состоит, так представляет собой Палеокастрица. Здесь в основном вся жизнь сконцентрирована на этой центральной дороге, по которой сейчас мы с вами едем. По правой, по левой стороне можно увидеть туристические магазинчики, сувенирные, рестораны, бары, можно увидеть апартаменты. И вот для того, чтобы спуститься к красивым бухтам Палеокастрицы, сейчас от нас по левой стороне отходят такие специальные тропинки, которые вас могут привести к красивым бухтам, где можно покупаться уже в Адриатическом море. Скоро вы здесь уже увидите Адриатическое море, очень красивое. Это море, оно немного холоднее, чем Ионическое, даже в самые жаркие дни, когда здесь стоит такая высокая температура, да, здесь это море немного холоднее, чем Ионическое море. Но вода настолько прозрачная, вот кто занимается подводным плаванием, это вот самое подходящее место для этого, потому что здесь очень богатый морской мир. Вот даже если вы захотите сделать
прогулку на лодках я просто рекомендую. Когда вы будете подплывать к водным пещерам, там есть пещеры в Палеокастрице, да, вы увидите, там есть явление голубой глаз. И вот там капитан, который едет, он кидает что-то там в воду, и там собираются целые стаи разных разноцветных рыб. Здесь мы видим уже это Адриатическое море, вот эти красивые скалы Палеокастрицы. Очень много таких отдельных пляжей, песчаных пляжей, на которые можно попасть только со стороны моря. Мы скоро проедем, я вам покажу красивую бухту. Это одна из шести бухт Палеокастрицы, там, где находится гавань. Вот в этой гавани пришвартованы корабли, лодки, катера, с помощью которых можно, например, снять в аренду, да, и поплыть вот на такие отдаленные песчаные пляжи Палеокастрицы. Или просто попросить лодочников, они могут вас отвезти туда, оставить часа на 2-3, и потом приедут, чтобы вас забрать оттуда. Ну, вот она территория Палеокастрицы, мы видим большая гостиница. Также сейчас по правой стороне видите еще одну большую. И так здесь очень много разных апартаментов, пансионов и комнат в аренду. Высокие горы, которые окружают Палеокастрицу. И вот там высоко в горах, посмотрите, есть поселение. Там видна деревушка. Деревня называется Лаковис. Мы проедем потом по этой деревне. Это самая первая горная деревня, которая была построена здесь, на западном побережье. И вот нам для того, чтобы подняться на смотровую площадку, которая находится 500 метров над уровнем моря, еще эту площадку называют балконом Палеокастрицы, потому что вот оттуда вы увидите всю Палеокастрицу сверху. И вот мы проедем вот так вот высоко в горах, через горную деревню Лакунес, по серпантину, по поворотам, ну там оттуда открывается удивительный вид на Палеокастрицу сверху. Здесь, посмотрите, мы уже видим маленькую бухточку Палеокастрицы. Здесь тоже посмотрите, да, все это территория Палеокастрицы. У нас наша программа здесь такая. Мы сначала с вами поднимемся в мужской монастырь. Там у нас с вами будет 50 минут на посещение монастыря. После посещения монастыря мы с вами спустимся в главную бухту Палеокастрицы. И там у нас опять же будет 50 минут свободного времени, чтобы или прокатиться на лодочках, если кто хочет, или может искупаться, или просто помочить ножки уже в Адриатическом море. Вот такая вот наша программа здесь в Палеокастрице. И здесь, посмотрите, вот она красивая бухта, называется это бухта Алипас. Здесь стоит, находится гавань, и вот отсюда можно снять, например, какую-нибудь лодочку или катер и поплыть, чтобы посмотреть Палеокастрицу со стороны моря. Вот здесь, посмотрите, какая красивая вода, какое красивое море, красивый цвет воды. Вода очень прозрачная, все эти пляжи, песчаные пляжи здесь на западной части. Вдалеке на горизонте вы видите отдельную скалу. Издалека она напоминает чем-то корабль. Это корабль «Одиссея». Остров Киаркира упоминается в поэме Гомера, как остров Схерия, который являлся последним пристанищем для Одиссея при его возвращении на его родную Итаку. Остров Киаркира упоминается в мифологии. Поэтому вот эту скалу, которая издалека вот так похожа на корабль, ее здесь называют кораблем Одиссея. А вот здесь посмотрите тоже, какой красивый вид. Красивые вот эти высокие скалы и утесы, которые отделяют разные бухты. Здесь на возвышенности, вот там впереди вы можете уже видеть, это монастырь, который мы с вами посетим. Посмотрите, вот его месторасположение, его архитектура, они не случайны. Во-первых, он находится на такой возвышенности. Он маскируется среди больших зеленых деревьев. Монахи специально строили вот так монастыри в таких местах, чтобы они не очень видны были. Потому что, я говорила, много разбойников и пиратов грабили вот эти берега этого острова. Поэтому вот монастыри, конечно, храмы, это у пиратов ассоциировалось с добычей. Да, а
от пожертвований, от разных ценных вещей, которые находились вот здесь в монастырях. Поэтому монахи пытались строить свои монастыри вот так вот замаскированные. И вот мы с вами приехали, это центральная бухта Палеока. Смотрите, где у нас с вами будет потом свободное время. Для того, чтобы подняться нам в монастырь, здесь вот стоит светофор. Сейчас у нас горит красный цвет. Красный свет. Мы остановимся на светофоре, подождем, пока загорится зеленый, потому что дорога очень узкая, можно проехать только в одном направлении, чтобы подняться вот туда, на возвышенность, там, где находится мужской монастырь. И вот мы сначала посетим с вами монастырь, а потом спустимся сюда. Здесь вот такие лодочки, на которых вы сможете прокатиться, чтобы посмотреть Палеокастрицу со стороны моря. Вы увидите красивые водные пещеры Палеокастрицы. У них даже и название красивое. Есть пещера, которая называется пещера Посейдона. Есть пещера Навсекая. Есть пещера вот с этим природным явлением голубым глазом. Вот здесь мы сейчас с вами останавливаемся на светофоре. Загорится зеленый. Здесь тоже посмотрите, какой красивый вид на две бухты Палеокастрицы, да? Красивая прозрачная вода, высокие скалы и утесы, которые отделяют бухту от бухты. И вот там вдалеке виднеется отчетливо корабль «Одиссея». Нас автобус подвезет к монастырю. Мы выйдем все вместе, пойдем вместе, соберемся кучкой, пойдем вместе в монастырь. Я вам расскажу немножко про монастырь, расскажу, что вы еще можете там посмотреть, зайдем вместе в храм, и потом я вас оставлю, чтобы у вас было свободное время. После свободного времени монастыри здесь были построены при венецианском правлении, поэтому сама вот архитектура этих церквей, храмов, которые находятся на территории монастырей, они отличаются, например, от наших православных, как мы привыкли видеть в нашей церкви. Да? Во-первых, здесь вы не увидите сводов и вот этих куполов больших позолоченных. Вы привыкли видеть в наших православных церквях. Здесь это абсолютно прямые базилики, абсолютно прямые деревянные потолки, потому что венецианцы, как говорил, то есть по основному при венецианском правлении были построены эти храмы. Венецианцы запрещали строить в византийском стиле. Да, не разрешали, чтобы действовали православные церкви, но архитектура, вот эта постройка храмов, они хотели, чтобы она была в венецианском стиле. Здесь на втором этаже вы можете видеть все, что вот это вот вокруг. Вы видите в двери, да, это комнатки. Это келий монахов. У каждого монаха есть своя келья. Подходите сюда поближе, маленький.